Друзья, всех приветствую! В этом видео мы будем производить монтаж керамогранита, размер которой составляет 750 на 1500 мм. Вначале сделаем разметку под оконный проем, затем просверлим все углы алмазной коронкой. Далее выставляем рейку в нужный нам размер, после чего начинаем распил, медленно углубляясь, и на нужной глубине фиксируем болгарку. Сделали пропил, и в противоположной стороне делаем то же самое. Теперь произведем распил по бокам. Это у нас нижняя часть оконного проема. После того, как все распилили, убираем лишнее, а края обрабатываем черепашкой. Далее мы настроим наш агрегат для заусовки. На данном станке я установил чуть больше, чем 45 градусов. Кстати, у меня уже есть обзор по этому станку. И на всякий случай я оставлю ссылку на видео в описании. Ну что ж, вроде получилось неплохо. Осталось подработать черепашкой, и можно приступить к облицовке. Облицевали почти весь санузел, обошли окно. Далее произведем подрезку для верхнего ряда.
После того, как все высохло, удаляем СВП. Ну вот и все, сделали полностью облицовку небольшого санузла, ну и осталось облицевать оконный проем, а также затереть эпоксидной затиркой. Но это вы увидите в следующей части. А у меня на сегодня все, всем пока, спасибо за внимание.